Почему-то так жарко стало. А давай чего-нибудь попьем. А что мы тут можем попить? А может, на пальме что-то есть? Вот же кокосик один. Смотри, Макс. Классный. А вот еще один. Всем привет! Если вы смотрите это видео, то вы на канале Няшки-двойняшки. Не забудьте подписаться на наш канал и не забудьте поставить лайк, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наше новое видео. Сегодня мы будем пробовать кокосовую водичку и мякоть ореха. Ребят, всем привет! В сети магазинов «Магнит» появились вот такие кокосы. Свежая кокосовая вода и мякоть легко открывается. Слышно даже, что там внутри есть какая-то жидкость. Здесь уже идет трубочка и палочка специальная, чтобы сделать дырочку. И ставить туда трубочку и попить свежей кокосовой воды. Девочки еще ни разу не пробовали кокосовую воды или молоко, а также сам мякоть кокоса. Сегодня мы продегустируем, попробуем. Понравится нам или нет, смотрите наше видео и оставайтесь с нами. Так, достаем сначала палочки, которые мы будем делать дырочки нашей кокосы. Открываем палочки. Вот, смотрите, такая палочка интересненькая такая. Какая-то как бамбуковая она, да, вот с такой. Это молоток. Да, вот делать дырочку. Это вот так вот. Все проткните палочкой отверстие в этикетке с логотипом. Так, ну что, попробуем проткнуть? Да. Вот так наш кокос выглядит без этикетки. Здесь красиво. Есть специальная полоска, когда мы попьем водички. По этой линии нужно будет разбить сам орех. Протыкается? Да. Мы сделали дырочку. Там даже что-то так вот, как будто газики, да, какие-то вышли с таким звуком. Сейчас я понюхаю. Еле-еле пахнет кокосом. Ну вот уже мякоть немножко кокосовая видна. Мы уже вставили трубочки в наши орехи. И сейчас мы будем их пробовать. Так, Маш, какой вкус? Просто такой кокосовый еще. Кокосовая вода это, да? Ну, это просто... Или молочко? Ну, это просто кокос какой-то. Вода, а там кокос. Так, пробует мама. Я сама попробовала. Это не молоко, это водичка. Она прозрачная. У нее такой ярко выраженный кокосовый вкус. Маня, тебе водичка понравилась? Да, это там просто вода. Там очень много кокоса добавили. Это все из-за мякоти. Очень хочется попробовать мякоть. Выпить мы не можем все никак, поэтому я решила вот слить. Вот она прозрачная, вот такая прямо, как водичка. Мы сейчас будем разбивать кокос. Вот так вот. Ножом. Да, не ножом, вот здесь по инструкции, вот эта специальная полоска вот здесь вот. Вот она. Надо этой полоской стукнуть об твердую поверхность, и он должен расколоться. Значит, попробуем на столе, если не получится, то пойдем на пол. А вы что, уже кокос отрезать? Блин, мне кажется, на пол надо. Нет, на столе, наверное, не получится. На столе, наверное, стол уже зарубил. Попробуем на полу? Да! Мы попробуем его разбить на полу. Опа! Вот он какой! Ложка тяжело, она отходит. Пришлось ножом. Ну и что? Вкусный кокос? Ребята, а Соня тоже хочет, она тоже кушает. Соня, мы дали кусочек кокоса, она ест. Так, Даш, ну как тебе кокос? Как кокос, да? Кстати, напоминаем, что эти кокосы мы купили в магазине «Магнит». Так что бегите, пробуйте, не пожалеете. Мне лично понравилось. И еще здесь получится, что вот такие вот можно сделать тарелочки интересные. Потом можно поделку, садик, в школу. Больше всего кокос понравился Соне. Девчонки не так в восторге от кокоса, да? Они ожидали, наверное, что-то типа будет Рафаэлла, сладко думали, да? Это такой вот кокосовый орех, будете знать. А Соня вообще от души хочет. Ребята, ну что, Коля?
Да, он сухой. Жалко сухой. Так, ну все, давайте попрощаемся. Пока! Пока! Да, не забудьте поставить лайк. Не забудьте нажать на колокольчик, так не пропустить наше новое видео. Всем пока!